Рубин зовут. Многие скажут, что я повторюсь. Температура воды, ну, суперкомфортная. Виды. Еще плюс вот эти вот орлы тут есть у нас. Я боюсь сейчас дрон запускать, потому что они будут на него нападать. Он же враг, по их мнению. Хотя он их друг. Так вот, при чем здесь повторение? Вот есть такие умные люди, которые в это время умудряются куда-нибудь уехать. Типа Крым, Турция. Не дай бог еще Сочи. Сейчас там творятся страшные ночи. Там как бы не сильно, конечно, подтопило. Подтопило то, что близко к реке все. А в остальном-то вроде все нормально. Но тем не менее, ребят, такую погоду жителям Восточного Казахстана я вообще не рекомендую никуда уезжать. Здесь столько уникальных, красивейших мест. Тем более, когда пекло, то все эти озера, не знаю, как в вашей ванне вода. Поэтому цените то, что у вас рядом под рукой. У нас знакомые уехали в Новосибирск. В Новосибирске просто нету гор вообще, они отсутствуют. Ближайшие горы — это Байкал и Алтай. Все. Расстояние от Новосибирска до Алтая такое же, как до Скамногорска. Одинаково.